Груз 200 вылетел из аэропорта Внуково в 17 часов по бишкекскому времени. В аэропорту собрались родственники и друзья, чтобы проводить груз 200 на родину. На месте работали российские психологи и врачи, оказывая всестороннюю медицинскую и психологическую помощь родственникам и друзьям погибших. Свою помощь в транспортировке из аэропортов и передаче родным тел погибших окажет содействие МЧС Кыргызстана. Мы соболезнуем всему дружественному нам народу Киргизии в связи с сложившейся трагедией, соболезнуем родственникам погибших. Вот. Значит, в соответствии с планами взаимодействия нами была оказана всевозможная помощь по отдании почестей погибшим, доставке тел для отправки на родину, а также помощи родным и близким погибшим, также для убытия на родину и отдание последнего долга. Значит, предоставили транспорт, предоставили необходимые материалы, сопровождение всех служб. Работали и психологи, которые беседовали с наиболее, так скажем, сильно переживающими гражданами. Мы в посольстве сделали сбор родственников. В количестве 37 человек, родственники, дети, близкие погибших, мы привезли их уже в аэропорт Внуково-3.